Всем привет! Меня зовут Наташа, я очень рада видеть всех вас на своем канале. Сегодня у нас речь пойдет в блоге о двух целых мероприятиях, на которых мы были. И я также хочу поделиться своими впечатлениями от одного из сериалов, на который мы сходили вместе с моим другом. И, короче, в общем, было очень здорово. Итак, хотелось бы начать с того, что... Итак, я решила не выкладывать ролики в течение недели, потому что у нас в России произошло очень трагическое событие с российскими гражданами, вернее, даже не на территории РФ, но я думаю, вы уже знаете об этом случае все. Вот. Но все равно это как-то, наверное, было неправильно выпускать развлекательный контент, когда был такой прям очень тяжелый момент, когда упал самолет. Об этом все знают, и мне бы не очень хотелось какие-то на канале показывать какие-то веселые штуки. Я считаю, что это очень неправильно и... Ну, как-то плохо. Я не то, что осуждаю тех, кто в Хэллоуин там тусил, веселился. Это все на совести людей. Но каждый переживает как-то по-своему, наверное, все эти тяжелые события. И мне проще было переждать там какую-то неделю, да, выпустить какой-то контент и уже потом идти веселиться. Начнем. Давайте уже вернемся к тому, что я хотела вам показать еще неделю назад. Это теннис. Я была на Кубке Кремля. Я проходила туда... достаточно много. Я посмотрела очень большое количество игр. Я очень люблю теннис. Про теннис мы будем разговаривать с вами вообще отдельно, потому что теннис — это такая несбывшаяся мечта, несбывшаяся цель, что, блин, ну на самом деле это так круто. И я хочу сказать то, что я занималась теннисом там достаточно время. Просто если ты хочешь этим заниматься профессионально и становиться какой-то ракеткой мира, это очень большие деньги, это настолько большие деньги, что не у каждого человека они есть. И когда я была маленькая, и у нас не было таких больших денег, поэтому для меня теннис это просто, знаете, такая просто игра, просто для души. Но если происходит в Москве какое-то грандиознейшее мероприятие по теннису, я, конечно же, не могу пропустить, потому что это, сами понимаете, это как бальзам на душу. И я прям с большим удовольствием посетила все эти мероприятия, которые там только есть. И я с большим удовольствием посетила Кубок Кремля, и мне это так все понравилось, что я хочу показать вам отдельные кадры, нарезки, но это еще не вся концовка про теннис, про которую я хотела вам рассказать, это просто маленькая часть. Я даже не знаю, вот я сейчас вам сижу рассказываю, я даже не знаю, какой я кусок поставлю туда в качестве нарезки, поэтому... Знаю, что хочу вам показать то, что было между матчами, когда только теннисисты выходили на корт. И просто хочу вам показать какие-то отдельные части, наверное, тенниса. Ну и теперь про очень прикольное мероприятие, на котором мы тоже были. Нас пригласили вместе, там есть такой фотограф, я уже про него рассказывала, Тони Блэкбери. Нас пригласили вместе на ТНТ.
Вот. И я хочу вам рассказать то, что с 9 ноября стартует очень классный сериал, который называется «Озабоченные». Не пропустите, серьезно. Я вот плохого вам не хочу советовать, потому что мне он очень понравился. Потому что сейчас ТНТ реально делает просто высочайшие, очень крутые сериалы, которые хочется смотреть. И это ни в коем случае не реклама. ТНТ в последнее время презентует действительно очень роскошные, действительно очень крутые мероприятия. Что может манить на таком вообще, на такой движухе, что когда презентуют какой-нибудь прикольный сериал там или что-нибудь еще, там действительно очень вкусная кухня. Мне это так нравится, и мало того, что ты смотришь серии, ты первая осматриваешь серии, которые показывают, так ты еще и вкусно ужинаешь, еще видишь звезд, еще видишь блогеров. Кстати, я тут видела Лиз ТВ. Я, конечно, в следующий раз постараюсь более объективно делать какие-нибудь там, ну, более объективную нарезку, так скажем, для, да, вот. Но вот что, серьезно, что сняла, то сняла. Утаивать ничего не хочу. Сериал сам отрывки не снимала, хотя вот здесь, например, видите, здесь идет. Я вот, правда, не знаю, что здесь, может быть, здесь промо, я даже не смотрела еще. Я обязательно сегодня вечером включу, посмотрю. Конечно, было бы здорово, если бы там были бы отрывки из серии, потому что я люблю такое смотреть, а лучше, чтобы там были ляпы. Я обожаю смотреть ляпы, я думаю, что вы тоже любите это делать. Вот. И тут в этой брошюре как бы о каждом вот продюсер, там видите, Слепаков, тут, я не знаю, видите, нет, там видно, вот так вот. Вот, на самом деле, вот режиссер Борис Хлебников, который снял этот сериал, он, мне кажется, попал в точку, потому что тут очень большой отголосок от, так скажем, молодежи, которая думает так же и, ну, отражает в этом сериале так же. А вот, например, Ирина Денишкина, сценарист, я не знаю, вам отсвечивает, нет у меня свет здесь. Вот Ирина Денишкина, она на самом деле непростой человек, она писательница, и почему-то об этом как-то, ну, старается не говорить, не знаю, либо это я прослушала что-то. Но я точно знаю, что у нее выходила книга, когда был, по-моему, если не ошибаюсь, 2006 или 2007 год, и я очень сильно тогда занималась литературой, и мне ставили такой хороший пример, что типа вот такая молодая она, Ирина Денишкина уже выпустила книжку. Вот, мне, например, очень понравилась актриса, реально. Я даже знаю, что половина людей туда приехали, вот этого человека. Это Мария Шалаева. Очень-очень-очень классная актриса, очень серьезная, профессиональная. Я считаю, что ее ждет очень большое будущее, потому что она действительно очень хорошо играет. Ну, это не дать не взять. И у меня мечта пересмотреть есть все сериалы, которые... И фильмы, где она снималась, даже если там просто роли, просто эпизодические. И на самом деле, мне бы хотелось, чтобы тоже вы посмотрели, как там было круто, и посмотрели блогеров, которые пришли. Я не знаю, почему я так ставлю их тоже наперед, этих людей, которые ходят также по таким мероприятиям и снимают. И мне вообще интересно, как бы непонятно, почему они не выкладывают видосы таких движух. Я считаю, что это круто. Ты же снимаешь о себе, соответственно, ты же тусуешься, да, где-то ходишь. Это тоже часть твоей жизни, это тоже часть тебя, в конце концов. Почему бы не показать? Поэтому Макс, очень большой вопрос к Максу Бранту. Ребят, вы так ходите здорово по всем движухам, но вы так мало показываете об этом, что даже странно, хотя я знаю, что вы снимали очень много. Свободное, вот тут есть местечко свободное. Вот тут очень скромно примостились. Порядок очень простой. Во-первых, я рад всех приветствовать. У вас сейчас в течение часа будет просто час максимального удовольствия и наслаждения от того, что вы увидите. И сегодня удивительным образом собрались в этом зале все, кто, почти все главные герои этого сериала, отцы, родители. Семен, расскажи. Ребят, да, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Нам очень приятно всех вас видеть. Мы, поскольку еще сериал в процессе монтажа, мы не будем показывать первую серию, не будем показывать вторую, третью не будем, четвертую, пятую, шестую тоже. Мы покажем вам пилотную серию, которую мы сняли изначально. Она сейчас девятая. И после этого мы покажем вам седьмую.
Потому что в данном случае не было ли у Семена Сергеевича желания написать песню самостоятельно для, ну, совместить работу продюсера и композитора. Сейчас ощущается, как в программе «Что, где, когда» голос откуда-то. А работает микрофон, слышно? Слышно. Ну, нет, у меня не было желания. Но теперь? Нет, но на самом деле там музыкальное оформление совершенно другое, и мои песни не вписываются в этот формат, но спасибо вам, что вы обо мне беспокоитесь. На самом деле я, наверное, расскажу, поскольку, ну, основным автором, апологетом этого сериала является вот Ирина Денишкина, это известнейшая екатеринбургская писательница, вот, 90-х или когда. Вот, и значит, я предложил ей написать этот сериал, вот, и за прототипы героев были взяты ее подруги. Ну, конечно же, эти истории, они придуманы, но где-то в характерах мы, конечно, опирались на истории, которые Ира и описывала где-то в своих трудах. Один из песен. Это просто много. Я предлагаю. Все вышли курить, и я думаю, что подтянутся. Я еще раз играю. Группа «Моя мишень». Вам понравилось, и давайте с вами обязательно встретимся еще на этой неделе. Наташа Гром, я действительно очень рада, что вы смотрите и остаетесь со мной. Спасибо вам за понимание и за все. В общем, как всегда, увидимся на этой неделе. Всегда ваша Гром Наташа. Пока!